На допрос с ножом полицейские Каменско-Уральского в ходе личного осмотра изъяли у мужчины металлический предмет. Стражам порядка находчивый гражданин пояснил, что нож взял с собой для хозяйственных нужд. На этих кадрах видно, как мужчина, пришедший на допрос к следователю, достает из карманов личные вещи. Металлоискатель раз за разом сигнализирует о наличии металла. Однако местный житель достает то монеты, то ключи. Поняв, что пройти мимо бдительного полицейского у него не получится, все-таки предъявляет запрятанный нож. По данному факту проводится проверка. В настоящее время назначено исследование. Проводится проверка в рамках материала статей 144-145 УПК РФ.